Привет вам с Каспийской, Республика Дагестан, Российская Федерация. Меня зовут Марьяна Магомедовна Байсулаева. Это моя собака Чихуахуа Божеле. Моя вдохновительница. Мы как бы часто гуляем и видим какие-то красивые места, и невозможно их не запечатлеть. И я хочу представить сегодня эту картину. Называется она «Тишина». Это покой, это семья. Для меня семейные ценности очень важны. Вот глава семьи. И он уверен, да и они тоже, его девочки, что их покой никто не нарушит никогда, пока он рядом. Я люблю свой родной край, люблю свой город, свою республику. И воспеваю ее красоту по-своему. У нас, конечно, много всего интересного. У нас горы, у нас море. Но я пишу вот такие иногда этюды. Как можно не написать это волшебство, я не понимаю. Это просто идеально. Это было идеальное утро, идеальная тишина. Дымка поднимается, туманчик такой небольшой. Роса на траве, звенящая такая, манящая тишина. И вот этот покой, ты смотришь на них и видишь этот покой. Надеюсь, вам понравится моя работа. Написана она акрилом на картоне, в смешанной технике, а-ля прима, за один присест, за один прием. Невозможно было ее не написать сразу. Она очень манила к себе. И, естественно, я ее написала. Что еще можно увидеть здесь? Это вот такая река, да? Река, но это не река, это, естественно, какие-то лужицы. Отражение неба. И вот сама по себе вот уверенность, его уверенность в себе. Надеюсь, мне получилось передать именно эту уверенность. И мне очень нравится эта картина, очень. Она меня вдохновила еще на несколько работ в таком же стиле. Слов, конечно, много можно сказать, но даже когда я на нее смотрю, она у меня, как бы, скажу сразу, она мне не оформлена, она и не в папке лежит, она у меня на стене в другой комнате, а не ее. Писалась она в несколько этапов, это послойная живопись, акрил я люблю, ну, в основном потому, что он сохнет быстро и можно видеть сразу результат. Возможно, кто-то скажет, что это там неправильно, и так далее, масло. Ну, маслом я тоже пишу. Ну, масло это тоже одна из моих любовей. Но этюды, по-моему, писать лучше акрилом. Эта картина у меня находится перед кроватью, прицеплена к стене. Другие работы я храню в папках. Почему не оформила? Ну, пока я решила ее не оформлять, ну, кое-какое оформление придумала, и потом воплощу в жизнь, оформлю сразу все работы. Мы находимся, кстати, в моей мастерской, вот, и в городе Каспийске. Я здесь работаю, пишу картины. Надеюсь, вам понравится. И я, и моя вдохновительница. Вот она. Пока. Пока.